Майонез, конечно, добавлял. Ну как я? Зачетно. Угу. Чеснок нет. Да, блин. Что лучше, рис либо гречка? Да, блядь. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Что лучше, BMW или Mercedes? А вот видите, у одного Мерс, у другого BMW. Я и то, и другое ем. Дело в том, что... Что лучше, BMW или Audi? Ну вот, что лучше, гречка либо рис? Макароны лучше. Твердых сортов. Поэтому можно вечно спорить, что лучше, гречка либо рис, либо BMW, либо Mercedes. Подруга тестостеронка выбирает. Да, Хаммер лучше. Поэтому купи лучше и BMW, и Mercedes, и езди один день на одной, день на другой. И ешь лучше рис и чередуй с гречкой. Я никогда не заморачивался. Вот что захотелось, то и поел. Что, не лезет? Да, уже не лезет. У тебя лезет? Пельмени я 100 лет не ел, давно не ел. Я посмотрел передачу «Среда обитания» про пельмени, и все. С тех пор все. Пельмени закончились. Ем гречу, катаюсь на BMW. Отлично. Покупай Mercedes и переходи на рис. Да не делай я никаких пельменей своих. Аркадий Карташов, мне доводилось с ним выступать несколько раз. И на Арнольде мы с ним выступали в 2013 году. Я настолько близко с ним не знаком, вот, но у него действительно небольшой рост, но, сука, мяса много было. Достаточно сильным соперником его представлял, но у него... Пропорции как бы за счет широкой талии немного выпадали. И при более-менее таких ровных, сильных спортсменов он, конечно, уступал. Но мяса у него было пиздец как много. Да похуй, сколько бажанов там весит. Хоть 150, хоть 250. Толку-то от этого. Вы знаете, мне такие 150 нахуй не нужны, как у Бажанова. Вам кому-нибудь нужны такие 150? Давай плов сделаем. Ксюха собралась плов делать. Ну, конечно, некрасиво так говорить, но я думаю, что да. Там используется это говно. И причем его тренер, не знаю, мне кажется, блядь, как-то они вообще, походу, не парятся по этому поводу. Да, там тренер в теме. Мне кажется, они не парятся по этой теме, но... Знаете, к чему это? Отскочит и все. Дисквальчик получит, отскочит. Потому что это настолько явно уже прослеживается. И пока он жирный, здоровый, когда он подсушится,
Я думаю, это вылезет еще более явно. Я думаю, что он отскочит объективно. Вот. И призрачные надежды попасть на Олимпию, причем не на любительскую, а на настоящую Олимпию, закончатся. Там позируют некоторые бандиты. Валерон в красных туфлях позирует. Нормально, Валерон, мужик. Красава. Блять, опять как форма мне его? Форма у школьников, блять. Форма. Да. Все увидите потом на сцене. Что, блять, форма? Я видел только руки и все. Угу. Что там, раздевался, что ли? Форма. Форма в межсезонье не бывает. Форма будет. Форма будет на сцене. Как руки его, здоровые руки. Волосню, про волосню его спрашивают. Это очень интересуется. Чего-чего? Про волосню его. Волосатый он или нет? Я как-то не заметил. Вы в ролике все видели, то, что я видел вживую. Вот лишь бы вообще, да как эти, как бабы какие-то. Пузо, нормальное среднестатистическое пузо, как у всех бодибилдеров. Супертяжей. У меня такое же. Плюс-минус на массе. Обычное пузо. Он же вам сказал, блядь, куда есть-то тогда? Куда пищу пихать, блядь? Да, силиконовые руки. Руки. Насинтоленные руки. Огромные руки. Че вы вот паритесь? Вот руки насинтоленные. Приди к нему, возьми с собой рентген, блядь. И скажи, Валера, давай замажем. Если я найду у тебя синтол, ну, ты там что-то должен. Не найду, я тебе должен. Приходите ко мне, ищите, блядь, синтол. Че тут писать хуйню всякую, блядь? В интернете тут все смелые. Ты подойди в зал и спроси, блядь, у тебя есть синтол или нет? Ага. Да потому что уже, блядь, вы только здесь можете писать какую-то хуйню. Я не буду употреблять синтол на том уровне, то, что я сейчас знаю про синтол, что творится в России с этим синтолом, мне такая хуйня не нужна. Вот, извините, блядь, но это не то. Возможно, появится что-то другое, что будет менее болезненно и менее вредно, и не будет останавливать рост мышц. Не будет спайки на мышцах образовывать. Не будет выглядеть так уебищно. Может быть, возможно. Но я против этого. Блять, никакой синтол вам не поможет, если вы не тренируетесь. Если вы не наращиваете мышечную массу естественным путем. Используя питание, тренировки и фармакологию. Вот. Всякие эти местные увеличения, это пиздец. Я не приемлю этого. Ну и что там у Линдовера с плечами? Нет, Филхит в жизни обычных размеров. Как я его там... Что за жирный чувак стоит, да? Да, ты... Ксюха говорит, он какой-то бодибилдер. Я говорю, что за жирный чувак? Обычных он небольшой. Он очень небольшой. Он не выглядит как-то... На фотографии, конечно, больше кажется. На фотографии больше, а вживую, в одежде особенно. Абсолютно. Обычный, ну, здоровый просто. Но не настолько, чтобы вызывал какие-то там ощущения. Вот, поэтому я был удивлен, насколько он, ну, как он сказать,
то, что видишь на сцене, даже в межсезонье, и то, что увидел вживую, он очень маленький. Фил Хит имеет очень крутые мышцы, такой 3D-эффект. Глубина и 3D-эффект мышц такой своеобразный, что он в одежде небольшой, но, блядь, когда он снимает, это жесть. Ну, пиши, пиши. Чего? Кому он там написать собрал? Да. А? Это кто? My friend. Твоя подруга? Да. Чё, это кто такая? Худенькая. Глиста? Ну не обижайся, мы тут любя. Ну я их готовлю, чтобы они поборолись за топовые места. Пиши, пиши. Чего? Как поправиться? Как поправиться? Приходи к нам, у нас третья шаурма осталась. Сейчас мы тебе накрутим. Половинка еще. Ну, Ксюхе половинка нет. Блин, я не смогу доесть, но она вкусная. Да нахер, выкинь. Та тоже надо выкинуть. Надо собаке отдать, которой у нас нет. Собаке? Вот зачем у нас теперь есть кого это кормить. Будем откармливать. Она недалеко живет, кстати. Да, что, недалеко сейчас это. У нас еще одна там. Сейчас накрутим. Навертим. О форме Рами. Коляна Расихина, не знаю. А что форма Рами? Мне не нравится Биг Рами. Просто не нравится и все. Потому что не нравится. Потому что он какой-то не такой. Я бы не хотел такой бодибилдинг, как Биг Рами. Мне нравится такой бодибилдинг, как Фил Хит. Вот, а как Биг Рами вообще нет. Однозначно. Ну, я знаю, что есть Голубочкин младший. Видел его несколько раз, но я с ним не знаком. Ну как, я там в клубе видел. Фух. Я обожрался этой шаурмой. Сейчас будем спать. Угу. Кто там? А кто там? Худенькая. Худенькая? Голодная. Лично. Сейчас я включу звук. А то она любит писать по несколько сообщений. Чем... Колин, ты, я ничего, я должен знать, где Голубочкин. Мне зал Голубочкина вообще, блядь, посрать, поебать и 10 раз наложить сверху на этот зал, где Голубочкин занимается. Ни в коем случае не смешивайте с Димой Голубочкиным. Я имею в виду сам зал. Только зал. Спим? Ну, блин, я что-то последние 2 дня вообще по полдня сплю, отсыпаюсь. В Питер ездили, мало спал. 8 часов надо спать, 8-10, чтобы хорошо восстанавливаться, 8-10 минимум. Кто она? Нет, мы раздельно спим. Раздельно? В разных комнатах. В разных комнатах. Нельзя. Да что ты вот это Шреддера какого-то... Что-то мне постоянно пишут, кто это такой, хер его. Какой Шреддер? Я не понимаю вообще, о ком речь идет. Да, как подушка.
Мягкая такая. На домой уходит ночевать. Фрик какой-то. Да я так и подумал, что это какой-нибудь типа Троян, Маян, там Баян, блядь. Троян, Баян, поставь через рубаху Баян. Да, или как там? Сиськи поправила. Ой, а вы все замечаете. Ой, какие вы наблюдательные. На улице люди бросают взгляды на мои размеры. Конечно, еще как. Слушай меня, Шредер. Я не знаю, о ком вы говорите, и что-то особого желания нет. Судя по всему, если этот человек не входил в топ-6 чемпионата России, не выступал на международных турнирах, я уже делаю определенные выводы, что это, скорее всего, какой-то, блядь, так, какой-нибудь очередной блогер, который пытается перевернуть весь мир. Ну, не выступает, и все. Знаете, таких дохуя. Такие, знаете, невыступающие звезды. И всем говорят, вот если бы я вышел, я бы всех выебал. А ты вот возьми и выйди. Вот они все не претендуют, но зато они там суперкрутые все. Ну, пусть выглядит. Я просто не знаю, о ком речь. Возможно, это хороший парень какой-то, и он достоин только уважения. Просто не понимаю, о чем речь, о ком речь. Когда вы спать пойдете, то у меня 3:47. В натураху? Не знаю, я свечку не держу. Ну, не знаю. Загуглить, посмотреть, какой он натурал. Ну и я не могу утверждать на 100% ничего, чего не знаю лично. Может быть, там какой-то второй филхит растет. Давайте плов начинайте. Курсив, курсив. Может быть, прям это распечатку выслать куда-нибудь о курсе. Ладно, народ, давайте. Нам надо идти в душ и. Ой, блядь. И спать. В разных комнатах. В разных комнатах. Все, давайте, счастливо. Покеда. Давайте, спокойной ночи. Спокойной ночи.